Никто не уйдет. Тогда зайдите на YouTube и в канале присутствующего здесь нашего друга Юрия. Юр, как называется канал? Архив авторской песни, да? Там этот фильм выложен, посмотрите. Хороший фильм, добрый очень. Рассказывает о жизни Берковского. Там в нем участвуют все друзья, говорят о нем. Но там не прозвучало то, что я хочу сейчас рассказать. Берковский начинал сочинять свои песни в Запорожье, когда работал там, уже закончив институт, мастером, вальцовщиком, не мастером даже, вальцовщиком работал поначалу. Но местная интеллигенция по вечерам собиралась и очень была увлечена поэзией, вообще такое бурное время увлечения поэзией. И вот, значит, Берковский брал в руки гитару и начинал, открывал сборник поэзии, начинал петь в хорошей компании, под хорошую закуску, начинал петь песни. Песни существовали примерно один вечер, на следующий день сочинялись новые. И вот первая песня, которую друзья с утра вспомнили и стали петь дальше в следующий вечер, оказалась песня новеллы Матвеевой, на стихи новеллы Матвеевой, песня «Шагом шагом». Песня Киплинга, вообще стихи называются. Песня шагом шагом, под британским флагом она встречу пальма пыльная плыла издалека. Между листьев кровь заката, слов на кране, там прижата с растопыренными пальцами рука. Ты не сердый доме, а родимом доме. И забытая могила посреди, и взвелась рядом с пулей со снарядом песенка о добрых кобрах и дневных недобрях, о акулах благодарных, о казармах лучезарных и о радужных холерных лагерях. Так нужна ли миру Киплингова лира? Барабан, бей барабан, бей дом, не грусти. Власти в песне быть людьми могут даже змеи. Власти в песен из людей можно сделать змей. Песни шагом шагом, по британским флагам, навстречу пальма пыльная плыла издалека. Между листьев кровь заката, словно крани там прижата. Со скопыренными пальцами рука.